Практически все основные мероприятия, посвященные Международному женскому дню, проводятся в онлайн-формате. В них задействованы учреждения культуры города и сельских населенных пунктов. Онлайн-концерты бар. По программе у нас запланированы онлайн-концерты. К празднику 8 марта в библиотеках пройдут выставки. В сельских клубах будут организованы мастер-классы. В социальных сетях будут публикации музыкальных мероприятий. Отпраздновать Наурыз широким размахом, как мы привыкли, из-за карантинных ограничений все еще не получится. Но президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в статье «Независимость дороже всего» поручил разработать концепцию празднования Наурыза и обогатить содержание весеннего праздника. Согласно концепции, Наурыз Мейрамы не будет праздноваться 9 дней, а только 3 дня, начиная с 21 по 23 марта. Возле Кайнара, Онера и амфитеатра, возможно, на 22 и 31 микрорайонах установим юрты как экспозиции. Жители смогут посетить их, просто сфотографироваться. Но традиционных угощений в юртах не будет. Главная концепция этого Наурыза – экспозиционная юрта. Горожанам представится возможность ознакомиться лишь с оформлением. Проведение национальных игр в этом году также не планируется. Благотворительных массовых раздач угощений не будет. В Центре культуры Атамура откроется кафе национальной кухни. С соблюдением всех санитарных норм заведение сможет принимать посетителей.